Гарантеры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить, и тянет только Путин и его окружение. Мы договориться должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне. А я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Беларуси, в России, в Украине. Сегодня. Поэтому вот мы встретились, мы с ним договорились. Этого достаточно, нашего с ним договора, с подписями, с печатями, хоть кровью. И этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Я понимаю, что освободить полностью территорию, заставить Россию невозможно. Это приведет к Третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет.